В течение недели с 18 по 25 августа в Десногорске проходили соревнования по баскетболу 3 на 3 в рамках фестиваля дворового спорта. Четыре тура команды боролись за очки, прежде чем определился победитель. Особенность фестиваля дворового спорта в том, что он открывает двери для всех желающих. Любая команда спортсменов-любителей может заявить о себе, подав заявку на турнир. Именно так поступили 6 команд из Десногорска. 3 команды девочек – «Импульс», «Голд», «Томики» и 3 команды мальчиков – «Энергия», «Атом» и «САЭС». За каждый тур командам начислялись очки, по которым в конце и определился победитель. Помимо игр самих 3 на 3 проводили еще конкурсы, за которые дети получали дополнительные очки в итоговую таблицу соревнований. Соревнования прошли в хорошей дружеской атмосфере, дети получили удовольствие и, так сказать, вернулись после каникул, уже активно начали возвращаться к тренировочной деятельности. В соревновании приняли участие ребята от 13 до 15 лет. Три тура фестиваля провели на открытых баскетбольных площадках в 4-м микрорайоне. Финальная серия игр и награждения прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна». На чемпионский пьедестал победителями вошли команда мальчиков «САЭС» и девочки из команды «Импульс». Обе команды лидировали в общем зачете с первых дней соревнования. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, «Десна ТВ».